Всем привет! Сегодня у нас день пиццы. Так как я себя считаю человеком политкорректным и уважающим религиозные чувства других людей, и знаю, что ко мне сегодня придут в гости друзья, которые постятся, я решил сделать большую пиццу, наполовину пепперони и наполовину вегетарианскую, чтобы никому не было обидно. Итак, приступаем к производству нашей божественной пиццы. Захлебывается слюной, потому что запах стоит неимоверный, а вообще божественный. Соседи уже стучатся в окна, в двери, ломятся сюда, хотят попробовать тоже наши вкусняшки, но мы им не дадим, только все гостям, потому что гостей я люблю. Аромат вообще просто неимоверный.